А мы продолжаем. Социальные выплаты на строительство, приобретение жилья или для улучшения жилищных условий. Кому они положены, как их получить? Об этом говорили во время прямой линии в общественной приемной главы Республики Коми. Отметим сразу, не каждая семья может воспользоваться такой социальной выплатой. Они положены следующим категориям граждан. Это значит у нас молодые семьи, многодетные семьи, семьи, которые имеют в своем составе инвалидов первой-второй группы, либо деток-инвалидов. Также те семьи, которые потеряли свое жилье в результате пожара, либо жилье признано ветхим или аварийным. Сейчас в администрации муниципалитета состоят на учете по вышеуказанным категориям 234 семьи. Размер выплат в каждом конкретном случае утверждается постановлением правительства республики. Те выплаты, которые были предоставлены, их вполне достаточно, чтобы приобрести хорошее жилье в нашем городе. Те молодые семьи, которые у нас стоят по 30-му республиканскому закону, они могут принять участие в федеральной программе, что многие семьи и делают. И благодаря этому молодые семьи ежегодно получают у нас выплаты. Стоит на учете больше 30 семей, но из них уже в этом году 8 семей получили выплаты, 7 реализовались, одна семья в процессе реализации. Ну и на следующий год тоже планируем 8 семей обеспечить. По вопросу постановки на учет можно обратиться в администрацию муниципалитета, кабинет 110. Приемный день каждый понедельник с 9 до 17, перерыв с 13 до 14. Телефон для консультации 7 44 44, добавочный 11 45.